Эй, привет! Надеюсь, ты принес хорошие новости. Да, я нашел Диего и Мильтона. Фу, я за это выпью. Эй. Эй. Я нашел Диего и Мильтона. Фуф, я знала, что в порту их уже не было. Как поживаешь, мой друг? Давай поговорим позже, мой друг. Очень хорошо. Я уже слышу следующий отголосок. Я смотрю вверх и вижу крепость, возвышающуюся за горой, громадную и угрожающую. Позади меня кто-то выкрикивает приказы. Я слышу звук чеканных шагов, и ветер несет ходит у меня. Один момент. Да. Теперь я все ясно вижу. Король! Он снова стал собой! Это, к сожалению, ненадолго. Но благодаря тому, что он нам поведал, мы, возможно, сумеем изгнать зло, овладевшее его душой. Наемник? Благородный человек сдалек... У тебя вид очень занятого человека. Так иди и займись делом. Отлично. А теперь возвращайся в храм Инноса. Ты несешь с собой ветра перемен, незнакомец.
Приветствую. Отличная работа! Я ощущал, как благодаря твоим усилиям потоки маны слабели один за одним. А почему тогда барьер все еще активен? В резерве барьера еще остаются запасы маны, но они быстро истощаются. Барьер должен обрушиться через... прямо сейчас. Так значит, это все же был амулет? Хорошо. Еще бы не хорошо. Давай скорее отнесем его королю. Нет. Если ты мне сейчас заявишь, что ты заодно с Ксешей, я очень разозлюсь. На данный момент амулет ничем не поможет королю. Его нужно отнести назад, в монастырь на утесе. Путешествие будет долгим. Надеюсь, что нежить не потопила корабль Диего. Принеси амулет мне. У меня есть оправа для него. Оправа? Когда ты попадешь в монастырь, то все поймешь. Я создал мощное заклинание телепортации, которое перенесет тебя от северного маяка Торниары прямо в мою башню. А оттуда до монастыря уже будет рукой подать. Ты имеешь в виду этот жутковатый светящийся маяк? Именно. Идти тебе придется через кладбище. Я уже приказал Горну открыть ворота и расчистить для тебя путь. Вот он где, значит. Привет, друг мой. Я старею с каждым днем. Что случилось? Да ничего. Просто я сильно вымотался. В свое время я мог сражаться днем и ночью без устали. Но теперь мои кости уже не те, что в молодости. С остальными придется разбираться тебе, малыш. Но ты теперь уже не беззащитное дитя. Я смотрю, ты накачал себе мускулы. Ладно, Горн, я отделаю этих скелетов так, что они пожалеют, что выкопались из земли. Давай, дуй к маяку. Как дела, малыш?
демонов. Она растет. Да. Да. Пастух из Фешира. Привет тебе, пастух из Фешира. Я вижу, ты цел и невредим. Очень хорошо. Подозреваю, что у тебя могут быть ко мне вопросы. Естественно, у меня есть вопросы. Амулет спящего — лишь часть другого амулета, куда более крупного. Слишком большого для человека. Вот вторая часть амулета. Оправа. Каменные круги, разбросанные по всему острову,
Это же твоя работа, верно? Точно. Я активировал все, до которых смог добраться. Остальные оставил Мильтону. Настроить их на твою сущность оказалось проще, чем я ожидал. А что именно делает этот амулет? Он сковывает определенного демона. Это что-то вроде магической привязи. Если ее подпитывать божественной мощью, она становится короткой и прочной. Но со временем ее натяжение слабеет. То есть получается, что спящий? Что-то вроде ручной зверушки-богини? Кто знает. Пока что мне удалось выяснить лишь то, что этот амулет не уникален в своем роде. Есть указания на то, что существуют и другие подобные артефакты, созданные для слуг Иноса и Аданоса. Некоторые из них, если они действительно существуют, могут оказаться настолько могучими, что... А кто же такой спящий? Демон! Аватар Белиара! Но он не должен здесь находиться! Этот мир теперь принадлежит людям! Это часть амулета? Да с этим можно смело на осаду замка идти. Да, человек мог бы использовать его в качестве щита. А вот богиня... Что ты смог узнать об этой богине? До всей этой истории с храмом я ничего о ней не слыхал. Ее имя известно не каждому. Но одно я могу сказать совершенно точно. Она древняя. Очень древняя. Многие, кто поклонялись ей, давно вымерли. Осталась лишь малая часть ее жриц и монахов. Жаль, что Анбаэль не вымерли вместе с ними. К сожалению, мне известно, кто они такие на самом деле, хотя с виду похожи на обычный культ Белиара. То, что богиня как-то связана с тремя, совершенно очевидно. Быть может, она их сестра, или мать, или предыдущий облик трех. Так что, этот огромный амулет нужно отнести в монастырь? Монахи знают, что с ним делать? Да. Но на монастырь сейчас как раз напала Ксеша. Что? Как можно быстрее всего добраться до монастыря? Через Зольдран. Зольдран? Что это за место? Как я понимаю, что-то типа отделения храма Белоглазой горы. Там для меня починили оправу амулета. Порой у меня возникает ощущение, что весь Аргаан развалины одного большого храма. Эта мысль далеко не так абсурдна, как может показаться на первый взгляд. Я предполагаю, что в свое время Аргаан и был местом исповедания религиозного культа. Скажу тебе, что в Зольдране некоторые из последователей богини в буквальном смысле уходили в царство будущего. Вечная жизнь после смерти. И в зависимости от их деяний, блаженство или страдания. А как мне попасть в этот Зольдран? Иди в подвал моей башни. Оттуда на север ведет тоннель. Он приведет тебя к цели. Но остерегайся короля демона Зольдрана. Он служит Ксеше, и его собратья уже рыщут по острову. В поисках тебя. Ты разве не собирался отправиться в монастырь?